Сегодня не стало нашего коллеги Евгения Тетерина, который проработал на 31-м канале более 10 лет. Он умер в госпитале турецкого города Анталии. Родные до конца боролись со страшным диагнозом. Рак крови у него обнаружили врачи больше полугода назад. Решено было лечить Женю за границей. К сожалению, все усилия оказались напрасными. Врачам не удалось спасти нашего коллегу. Он умер на 42-м году жизни, был одним из лучших видеоинженеров и техников эфира. Про таких, как он, говорят, что сгорел на работе. У него осталась жена и трое детей. Родные и близкие помнят Евгения Тетерина как отзывчивого, ответственного и доброго человека.